Я, кстати, недавно здесь прочитал результаты какого-то исследования о том, что половина российских школьников не смогла расшифровать аббревиатуры СССР, Союз Советских Социалистических Республик. Там, по-моему, даже больше половины не смогли осилить эту аббревиатуру. Мне почему-то вспомнился вот старый советский еще анекдот. Был такой популярный грузинский футболист Слава Метревель. Я, кстати, его еще помню в игре. Ну, конечно, по телевизору, но где-то 70-й, 71-й год. Он еще играл за Тбилисское Динамо. И вот где-то там в грузинском селении, я так думаю, что многие мальчишки могли не знать, кто такой Владимир Ильич Ленин, но они прекрасно знали, кто такой Слава Метревели. И вот был такой анекдот. Приезжает там некий грузин в Москву и только выходит где-то там с поезда, проходит и поднимает голову вверх, а там на доме огромными буквами написано «Слава КПСС». И он так оцепенел и спрашивает прохожих: «Это кто такой?» «Славу Медревели знаю, но кто такой Слава КПСС?» Вот такой. И мы, помню, даже студентами тоже шутили на эту тему. Когда кто-то чего-то не знал, то всегда отвечали вопросом на вопрос. А кто такой Слава КПСС? Славу Медревели знаю. Кто такой Слава КПСС? Voy a la playa, voy a subir la marea. Впрочем, это уже совсем другая история.